Адвокат-поэт? Да. Поэт Лиди. Суд оставил в силе апелляцию против Синьорины Поэт и признал недействительной ее регистрацию в коллегии адвокатов Турина. Отстранена за то, что женщина. Ты так прославишься. Дурная ведь слава разлетается. Ты не можешь практиковать. Я знаю. И поэтому хочу стать твоей ассистенткой. Нет. Женщине не место в адвокатуре. Энрико. Отец всегда так говорил. Не напоминай мне о папе. Кто вы, простите? Лидия, дочь этого человека. Сумасшедшая сестра. Ты приняла дело на мое имя? Не было времени ждать. Каждый из нас оставляет следы. Я нашла это в тайной комнате папы. Это ошибка, Лидия. Мог бы еще подождать. Ты сказала брать его с поличным. Что это за красавец машет тебе? Украду ее у вас. А твой друг в курсе, что ты влюбляешься в другого мужчину? Приезжай в Америку. Стань тем, кем всегда мечтала стать. Ты слишком упрямая женщина, Лидия. Не знаешь своего места. Я никогда больше не хочу чувствовать себя неправой. Хватит! Вам можно доверять? У вас нет выбора. Закон Лидии Поэт. Смотрите на Zflix Online 15 февраля.